Всем привет! Распаковка очередной посылки со спортивным питанием. Заказывал на Озоне. Так, карточка. Так, Руслаб Нутришн. Сделано в России. Просто карточка. Так, и протеин от Руслаб Нутришн 800 грамм, 25 порций. По вкусу это ванильное мороженое. Так, по описанию посмотрите, кому интересно. Так, что у нас с белком? Так, а с белком у нас проблемы большие. Белка идет 40 грамм всего на 100 грамм продукта. И столько же идет углеводов. То есть, производитель позиционирует это как протеин. Но это нифига не протеин, это гейнер. Там-тарам. Так, ладно. Подробности будут на обзоре. Я его все-таки попробую. Посмотрю, как это все по вкусу. Но будьте внимательны. Это все-таки не протеин в чистом виде. Это такая смесь с углеводами вместе. Вот такая распаковка. Подробности будут на обзоре. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.